Добрый день, дорогие зрители нашего канала. Здесь ежедневно мы рассказываем все, что происходит в мире российских знаменитостей и звезд. Не забывайте подписываться на наш канал, а мы начинаем. Одной из самых любимых и ярких российских актрис, конечно же, является несравненная Татьяна Дугилева. Это народная артистка Российской Федерации, режиссер, писатель, телеведущая. Актриса, которую искренне признают и любят миллионы поклонников по всей стране. Ее творческая карьера началась еще в Советском Союзе, где сначала она трудилась в театре, а после попробовала и работать в кино, где актрису ждал большой успех. Здесь такие фильмы, как «Вокзал для двоих», «Покровские ворота», «Отцы и дети», «Участок», «На вираже», «Люба, дети и завод», а также множество, буквально сотни других ролей, и больших, и малых. За вклад в культуру ее и полюбили жители России. И вот, к сожалению, все чаще начали приходить печальные, скорбные вести. Сначала поклонники заметили и не на шутку перепугались из-за изменившегося внешнего вида актрисы. Ее было буквально не узнать из-за болезненного вида и лишнего веса. Тогда люди гадали, в чем же причина, и в СМИ возникали версии о самых разных диагнозах. И вот сегодня на телеграм-каналах появилась информация о госпитализации актрисы с той самой короной. Нам остается лишь пожелать ей крепкого здоровья. Каждый день на этом канале мы говорим о звездах. Не забывайте подписываться и берегите себя.